Приветствую всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Сегодня мы будем рассматривать узор для пончо. Накидка. Узор простой. Для профессионалов. А для новичков, конечно, придется попыхтеть. Но крючок в наших руках. И мы все сможем. Итак, мы начинаем. Для примера, согласно схемам, я набрала 60 воздушных петель, 3 петли подъема, провязала ряд столбиками с накидом до конца ряда. Первый ряд связан. 2 воздушные петли, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и вывязываем лицевой рельефный столбик 1. Далее 2 столбика пропускаем и вывязываем 2 изнаночных рельефных столбика 1, 2. Возвращаемся назад и провязываем 2 лицевых рельефных столбика. 1, 2. Далее мы вывязываем 2 связали. У нас сейчас должно быть провязано 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот теперь 6 столбик мы вывязываем лицевым рельефным столбиком. 1. Далее мы 2 столбика пропускаем и провязываем следующие 2. Изнаночными рельефными столбиками 1, 2. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика 1, 2. Мы связали второй элемент. Далее мы пропускаем 2 столбика и вывязываем следующие 2 изнаночными рельефными столбиками 1, 2. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика 1, 2. Мы связали третий элемент согласно схеме. Теперь 2 пропускаем, заходим в следующие 2. И вывязываем 2 изнаночных рельефных столбика 1, 2. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика 1, 2. Далее пропускаем 2 столбика и вывязываем изнаночных 2 рельефных столбика 1, 2. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика 1, 2. Теперь давайте посмотрим.
у нас, как было по схеме, первый столбик был лицевой рельефный, потом элемент из четырех, потом один столбик. И вот мы провязали сейчас 4 элемента согласно схеме. Главное нам сейчас не попутаться, не перепутать все. Теперь нам надо связать. Смотрите, что. Согласно схеме. Вот у нас есть 4 столбика. Мы сейчас вяжем значит, сначала изнаночный один. Один, два лицевых, один, два и один изнаночный. Давайте разберемся. Вот у нас получается, и вот 4 элемента мы провязали. Теперь у нас вот будет здесь отдельно такой мотив идти. Он будет состоять из одного изнаночного, 2 лицевых и 1 изнаночный рельефный столбик. Далее мы продолжаем вязать. 2 элемента нам надо связать из кос этих. Значит, первые 2 мы столбика пропускаем, заходим в третий и четвертый, мы вывязываем изнаночным рельефным. 1, 2, возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных. 1, 1, 2. Первый элемент связали. Далее мы пропускаем 2, заходим в следующие 2, вывязываем сначала 2 изнаночных, 1, 2. И возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых. 1, вот он, 1. 1, 2. Так, сейчас мы провязали 2 элемента. И у нас получается, мы вывязываем точно такой же элемент из 4 столбиков, где у нас был. Вот эти 4 столбика. Мы сначала вяжем 1 изнаночный рельефный, 2 лицевых, 1, 2 и 1 изнаночный. Мы провязали 1 изнаночный, 2 лицевых и 1 изнаночный. Далее нам надо провязать 4 элемента. Первый. Вот мы сейчас будем вязать из 4 столбиков 1 элемент. 2 столбика пропустили. Третий вяжем изнаночным рельефным столбиком. 1 и 2. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых. 1. 2. Первый элемент связали. Далее следующие 4. 2 пока пропускаем, заходим в третий, вывязываем изнаночный столбик с накидом и четвертый столбик. Возвращаемся назад, вывязываем первый столбик и второй. Вывязываем лицевые рельефные столбики.
Мы связали второй элемент. Далее находим 4 столбика. Первые 2 пропускаем. Заходим в третий. Вяжем изнаночный рельефный столбик. И четвертый изнаночный рельефный столбик. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика. 1, 2, 3 элемент мы связали. Далее находим еще 4 столбика и вывязываем сначала 2 лицевых. 2 столбика пропустили. 3 столбик провязали и 4 столбик провязали изнаночными лицевыми. Возвращаемся назад. Вывязываем 1 столбик. Лицевой рельефный, 2 лицевой рельефный. 1, 2, 3, 4. 4 элемента связали. Теперь у нас вот один столбик. Вот элемент закончился. Следующий столбик у нас 1 рельефный лицевой. 1. Далее. 2 пропускаем. Заходим в следующие 2. Вывязываем 1 изнаночный и 2 изнаночный. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбика. 1, 2, 3. Далее мы провязываем 1. Вот у нас остался 1 лицевой рельефный столбик. И в конце ряда, в 3 петлю подъема, мы вывязываем полустолбик. 2 ряд связан. 2 петли подъема, переворачиваем работу и полностью ряд провязываем столбиками с накидом. Провязали 3 ряд до конца. В последнюю, во 2 петлю подъема, мы провязываем 1 полустолбик. 3 ряд связан. Теперь 2 воздушные, переворачиваем работу. Вывязываем первый столбик, вот этот, не полустолбик, а нормальный столбик, лицевым рельефным столбиком. 1. Далее мы 2 столбика пропускаем, заходим в следующие 2 и вывязываем 2 изнаночных лицевых. Ой, 2 изнаночных рельефных столбика, простите. 1, 2, изнаночный рельефный столбик. Обвязываем столбик предыдущего ряда сзади. Теперь вывязываем 2 лицевых рельефных столбика. 1, 2. Далее мы вывязываем 1 лицевой рельефный столбик. 1. Далее нам надо провязать 4 косы, 4 элемента. Мы
Два столбика пропускаем. Заходим в следующие два. И вывязываем сначала третий изнаночным рельефным столбиком. И четвертый столбик. Теперь мы провязываем первый лицевым рельефным столбиком и второй. Это у нас сейчас изнанка, мы видим это по краю, а это лицо. Здесь получаются такие вот косички. Так, один элемент мы связали. Вяжем следующий. Два пропускаем. Заходим в следующие два. И вывязываем сначала третий столбик изнаночным рельефным и четвертый. Далее мы вывязываем. Возвращаемся назад. И вывязываем 2 лицевых рельефных столбика. 1, 2. Второй элемент связан. Теперь возвращаемся. Никуда мы не возвращаемся. Пропускаем 2 столбика. Вот этих вот. Заходим 3 и 4. И вывязываем 2 изнаночных рельефных столбика. Один, два. Возвращаемся назад и вывязываем первую, вторую столбик, первый, второй столбик лицевым рельефным столбиком. Один, два. Третий элемент связали. И остался последний. Вот эти два пропускаем. Заходим в следующие два. Вывязываем 2 изнаночных. Один. И второй. Возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых рельефных столбиков. Один, два. Итак, мы связали 4 элемента. Теперь нам надо провязать 4 столбиков, где у нас был первый изнаночный. Первый столбик у нас изнаночный. 2 лицевых рельефных. 1, 2 и 1 изнаночный. Это у нас группа столбиков 1. Один изнаночный, 2 лицевых, 1 изнаночный. Теперь у нас группа из 2 элементов. Вот один элемент и второй элемент. Косы. Теперь что мы делаем? Мы первые 2 столбика пропускаем, заходим в третий и четвертый
Вывязываем изнаночный рельефный и еще один изнаночный рельефный. Далее возвращаемся назад и вывязываем 2 лицевых. Один. Два. Теперь вяжем следующий элемент. Два пропускаем, заходим в третий. Третий столбик изнаночный рельефный. И четвертый. Возвращаемся назад, вывязываем первый лицевым рельефным и второй. Здесь у нас опять начинается элемент из 4 столбиков, где у нас один столбик изнаночный рельефный, 1, 2 лицевых, 1, 2 и 4 столбик изнаночный. Так. Далее нам надо провязать 4 элемента кос. 4 элемента. 1, 2, 3, 4. Первые 2 пропускаем. Обвязываем третий изнаночным столбиком с накидом. Четвертый. Возвращаемся назад. И вывязываем первый рельефным и второй лицевой рельефный столбик. Первый элемент связали. Далее 2 пропускаем. Заходим, третий вывязываем изнаночным рельефным и четвертый. Изнаночный рельеф. Возвращаемся назад и вывязываем первый и второй. Второй элемент связан. Далее. Смотрите, их тут видно легко, если вот тут вот тут перекос, вот это у нас третий и четвертый. Первый и второй, вот они, столбики. Мы сначала обвязываем третий и четвертый изнаночными рельефными. Потом мы вывязываем, возвращаемся назад, вывязываем первый. Лицевым уже вяжем спереди. И второй. Третий элемент связали. Далее. Вот у нас опять элемент образовался. Первый, второй пропускаем. Заходим в третий. Изнаночным рельефным и четвертый столбик предыдущего ряда. Возвращаемся назад и обвязываем первый и второй. Вот у нас первый. И второй. Далее мы вяжем один, вот он у нас, лицевой рельефный столбик. И здесь у нас получается вот 4. Мы первые 2 пропускаем.
Вывязываем третий изнаночный рельефный столбик и четвертый. Возвращаемся назад. Вывязываем первый лицевой. И второй столбик. Так, мы связали четвертый ряд. Далее начинается повтор. Пятый ряд будет столбиками с накидом, и мы повторяем с первого по второй ряд. Повторяем постоянно первый и второй ряд. Всего доброго. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Еще раз говорю, что фото, схемы, выкройки находятся в ссылке под видео. Называется ссылка «Схемы тут». Пожалуйста, нажмите на нее, и вы увидите более четкие схемы и выкройки. Это я сделала, чтобы было удобно вам. А пока-пока!